Ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, школьники вместе с главой Сочи Анатолием Пахомовым подняли символический флаг на высоту более 650 метров над уровнем моря. В этот же день, 73 года назад, советские солдаты Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили знамя на здании германского парламента. В символичной акции в Сочи традиционно начинается праздничная майская декада. Это одно из тех мероприятий, которое происходит в городе. А так, в принципе, мы видим, что сочинцы очень большие патриоты. И этому способствует то, что в городе проводится огромное количество разных событийных мероприятий. И основная из них задача – это воспитание патриотизма. Глава Сочи поздравил ветеранов и всех присутствующих с наступающим праздником Победы. Поздравления в этот день звучали и от юнармейцев. Дети читали стихи и пели песни военных лет. Знамя Победы подняли на самой высокой точке горы Ахун. Сегодня этот флаг символизирует и мирные победы города, который добился международного признания.